Власти Ненецкого округа поддержат некоммерческие организации, работающие в сфере туризма. Такое решение принято на очередном заседании администрации региона. Все подробности прямо сейчас. Предложение внести изменения в окружной закон, касающийся деятельности некоммерческих организаций, выступила руководитель Департамента образования, культуры и спорта Лина Гущина. В частности, она предложила расширить и дополнить льготы НКО в праве получения бюджетной поддержки в сфере туризма. Речь идет о мероприятиях «Дорогами отцов-героев», да, потому что у нас в рамках бюджетного законодательства это все-таки направление туристической направленности. Да. Мы смотрели в рамках патриотики, да, то есть это направление есть в федеральном законе. Но, к сожалению, данное мероприятие, оно все-таки ближе к туризму, поэтому мы расширяем эту позицию. Глава региона Александр Цыбульский инициативу поддержал. По мнению губернатора, это направление обозначено президентом и должно в полной мере быть реализовано на местах. У нас был госсовет, посвященный добровольчеству, на котором президент довольно настойчиво рекомендовал всем субъектам и, в общем, всем тем, кто вовлечен в этот процесс, максимально вовлекать социально ориентированные некоммерческие организации в процесс организации тех или иных мероприятий, в процесс их проведения. Соответствующие изменения в закон Ненецкого округа будут приняты на ближайшей сессии окружного собрания депутатов. Ольга Руслова, Вадим Носкин, телеканал «Север».